Открытый турнир на Кубок городского округа Щелково впервые за 8 лет начался без торжественного парада участников и поздравлений гостей. Провести традиционные соревнования максимально безопасно для здоровья помогли Комитет по спорту, Щелковская федерация Киокусинкай и спорткомплекс Подмосковье. Но даже такие ограничения не ослабили пыл юных спортсменов, которые ждали этот день целый год. Десятилетняя Арина Иванова из Павловского посада постигает азы киокусинкай с 4 лет. Нынешний турнир принес ей золотую медаль в самой многочисленной группе участников девочек 10-11 лет. Каждому сопернику нужно найти свой подход, и тогда все получится. Главное — верить в себя. Я рада, что победила. Киокусинкай – зрелищный вид восточных единоборств. Здесь допустим полный контакт, разве что удары по голове недопустимы. Участвуют и девушки, бой длится всего 1,5 минуты, но за это время нужно одолеть соперника и нанести ему как можно больше ударов. Для Полины Губко из того же Павловского посада 1,5 года занятий не прошли даром. Из Щелково каратистка уехала с серебряной медалью. Второе место – это тоже достойно. Надо совладать с собой, не показывать эмоции. Еще больше накал страстей переживали мальчики. Смелости и стойкости у многих было хоть отбавляй. Для 10-летнего Жени Кувелева поединок завершился награждением. У него 2-е место. Юный каратист объяснил, почему. Я был тяжелее всех там. Они очень много атаковал. Специально для соревнований Щелковская федерация киокусинкай устанавливает в зале тайко, привезенный из Китая. Большой барабан каждый раз сигнализировал бойцам о завершении схватки. В соревновательный день на татами вышли все 250 спортсменов. Это представители не только Московской области, но также Мордовии, Иваново, Владимира и Твери. Щелковский турнир по-прежнему один из самых популярных. 60 каратистов представляли Щелково. Спортсмены городского округа Щелково выступают достаточно успешно. Вот сейчас было награждение, и несколько человек заняли и 1-е места, и 2-е места, и 3-е места. То есть мы тоже серьезно относимся к этим соревнованиям. Эти соревнования достаточно стали популярными. В копилке наших спортсменов 10 золотых, 5 серебряных и 16 бронзовых медалей. По словам президента федерации киокусинкай городского округа Щелково, это неплохой урожай. Все 56 кубков и 224 медали открытого турнира были разыграны. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.